Уважаемый Касым-Жомарт Кемелович, мы, работники ТОО «МАЭК Казатомпром», обращаемся к вам как к гаранту Конституции. В своем предвыборном выступлении вы подчеркнули, что главная задача – это урегулировать разногласия работодателей и работников и привести стороны к общей позиции. С учетом их возможностей, интересов и трудовые споры должны решаться не на площадях и улицах, а за столом переговоров. Однако руководство нашего предприятия не только отказывается вести переговоры и конструктивные диалоги, а открыто демонстрирует свою агрессию в отношении работников, не давая шансов на высказывание о низком состоянии социального положения работников. Ранее во время трудовых споров при встрече вице-министром энергетики Нурмагомбетовым Жандосом Демесиновичем нами рабочими озвучена информация о создании нового профсоюза «НТМАК». Вице-министр, поддержав, предложил оказать помощь и организовать встречу с Федерацией профсоюзов. Однако все оказалось голословным. Одной из причин создания на предприятии работников первичной профсоюзной ячейки «НТМАК» послужило бездействие действующего локального профсоюза предприятия под председателем Шабуниной. Так как на протяжении своей деятельности не работает и не представляет правовые и социальные интересы работников и никак не реагирует на бездействие работодателей беззакония. Кроме того, локальный профсоюз, введя в заблуждение работников в своем видеообращении, говорит, что НТМАК призывает к акции протеста для создания социального конфликта среди работников. На балдарга тротуар керек, окуучуларга. Но жыңгылда болго, бостандыга бол тротуар жок, окуучулар. Тас жолда, автокөлік жолунун бойунда жүрүп баратыр. Эч кандай балчыкта вообще кыйын болот. Осыны бир дурстап карасаңдар, башчылар. Азыр мына жерде мен жүрөм. Наша карта жрет на жду. Не Ахтау қаласы 7 микрорайон 2 томның жолдың жағасының 5 пен 2-нің ортасында мақта өстір, мақта. Не көсегін санаймын мен. Бір көсек, екі көсек. Көсегі көбі, 3, 4. Не мақтасын өзі бірі жинап алып мен. Түскен. Міне көсектер, міне құрт жоқ, тап таза. Мақта міне, мына көсекті қараңыз. Міне, міне мақта. Мақта, әдемі өсті, міне мақта. Құрт жоқ, тап таза мақта. Маңғыстауға мақта іше болады екен. Міне мақта. Көсегін қарап, мәссаған. Не деген мақта мұны? Міне, мақта.
түсінеуісі батыр. Қолыне адам сүймейді. Жүйіп. Вечінің сынан қара, көрген қорлықтан қарында ип айқарақ па қысына. Ал үсті әбетті бақтан кешке қарай үші елестету мүмкін еміз. Адамдарын өміріне қауып, Алматыда автобустар соғысады бөлме. Мынау соғысатын болса бүткіл адам өмірін жамап кететін. Сондықтан мынаған қол алу керек, ноғай өзіңмен алу керек. Жиырма алты достық. Базар. 22 базар өртеніп атыр. Ема. 22-нің базары кәдімгідей өртеніп атыр. Кольцевой жақтан. Мынау кольцевой. Мынау пешеход. Базар кетті. Базарный да келді. Сәл сейт директора кір. Бах демесе болды ғой. Доброе сердце шишиси. Мама, нашься на акции. Еще кинул, наверное. А? Что еще? Кто-то кинул или поджег специально? Электроэнергия здесь же. Конечно. И этот ограждение. Вызвали. Нельзя же подходить. Уходите. Вызвали пожарку. Ребята молодцы, сразу же начинают. Одно ведро у нас тут было. Пожарка пока едет. Да, да. А вот ведро нужно. Мумай бар. Ё-моё. Экранда моя, вода идет, нет купаться. Вот это называется Манштаудау Блоса. Нет купаться, понимаете, как все. Астанчан, Нур-Султан, там, Алматы.
Мы чисто нефти купаемся, прям реально конкретно нефти купаемся. Вот так вот, нефть. Вот купаемся нефть. Ну, нормально, да? Екінші қараша 2022 жылы интернет желісіне тараған видеоға департамент мамандары Маңғыстау облысы бойынша мамандары келіп тұрмын. Аталған орынға келдік, ешқандай мұнай өнімдерінің қалдықтарын көріп тұрған жоқпыз. Мына қара топтан тұрғанда балдырдың ешқандай қара дақтары жоқ, бәрі жасыл, яғни балдырдың іздері сияқты. Бұл жерде ешқандай мұнайдың ізі жоқ. Вот видите, вот этот район знаете все, да? Смотрите, она вся в нефти. Дело в том, что она застыла, как битум. Она необработанная нефть, в составе у него больше 50% бывает парафин, поэтому она застыла, как смола. А вы говорите, тюлени умирают, люди страдают. Я сегодня в шоке. Я сегодня, когда шла на улицу, я увидела крысу. Да-да, правда. Валлахи. Ну, атышқан, липті келгендерді зәресін ауатқанша бір ештер қалып баратын. Мен балашыға кірсем, аңғара зәрелер кететікен. Мұнан жаман мұйыр. Это отряд камеры, она. Мерт кисов там, походу, встречаем. А, салон уже в мерт. В ней камеры. Она говорит, Адам завтра. На, не, Адам завтра. Пик-пик там. Арт жағы су сору жұмыстары жүріп жатыр.